что ж, после недавно перенесенной пневмонии я, конечно, не стану воспользоваться мощным кондиционером от Volvo VVN. Да и окошечко прикроем, потому что дождик прошел. Но даже в дождик поехали, поснимали. Потому как давно мечтали именно в дождь поснимать американские грузовики. Потому как, ну вот, пожалуй, в Голливуде-то их снимают. Красиво. А мы сделали, ничуть не хуже. И порадовались исключительному Volvo VVN 2004 года выпуска, который стоит недешево, но он того стоит. Ну, для начала прокатимся по тематике Volvo. Было бы неправильным проводить аналогии с подразделением, выпускающим легковушки, которые сейчас, ну так, немножко расколбашивают. Представляете холдинг, входящий в группу Volvo? А это грузовики Renault, Mack и Nissan Diesel. То есть это вторая по величине корпорация, в которой трудится почти 20 тысяч человек, выпускающая 100 тысяч грузовиков в год. Но нас-то интересует американское подразделение и конкретно серия VN. Вообще, ход по продвижению своих грузовиков в Америку был признан удачным. Помните, Сталлоне даже как-то в начале своей карьеры в армрестлинг зарубался за грузовик Volvo. И они того стоят. С 80-х годов прошлого века их нашпиговано немало. К 2011 году, представьте, в Америке продано 500 000 грузовиков Volvo. То, на чем мы катаемся, был запущен в 1996 году. В смысле, началось производство серии VN. В новом кузове, в последнем, машина увидела свет в 2002 году. И это грузовик 21 века. Наиболее экономически эффективен, безопасен и легок в ремонте. Кабина специально разрабатывалась с учетом аэродинамики, и поэтому все Volvo легко узнаваемы на дороге. Естественно, в Россию завозятся преимущественно грузовики с двуспальными кабинами. Хотя серия VN – это 6 типов сидельников. Но какова страна, такие кузова. Нашим водителям, ввиду офигенного количества недорогих моделей, проще жить в своем кузове. Конечно, это скотство, утилизационный налог и растаможка. А то такой агрегатик можно в наличии в Финляндии купить за скромные 15 тысяч бакинских. Но куда деваться? Абсолютно идиотский подход к таможне приводит к цене свежевезенного автомобиля в 3,5 миллиона рублей. И даже самый усосанный агрегат стоит 1,5 ляма с пробегом в лям. И хотя европейская FN серия в 4 раза востребована, те, кто предпочитает заботу о водителях, а не грузовики для водятлов, покупают все-таки слиперов. Кстати, большинство россиян в общем выбирает Volvo. И инфа для тех, кто бредит коротышками. Вас, конечно, много. Но вас всего в 4 раза больше, чем тех, кто понимает америкосов. То есть количество умных хозяев, выбирающих сверхнадежность и безопасность, больше, чем среднее количество дураков по России. Разумеется, эти машины полностью оборудованы, и интерфейс, который расположен сзади, при подключении хорошей фуры, позволяет использовать как EBS, EBD, так и ABS. Ну, то есть машина по управляемости и по тормозным характеристикам, ну, это вам не КамАЗ-то точно, который блокируется тупо, блин. Телега протормаживается, так что на асфальте остаются куски резины. Здесь такого не бывает. И даже если вы поедете в горы, и даже если что-то, а вот есть такой парашютик, то есть, ну, можно подтормаживать. Но этим должны пользоваться только опытные водители. И, конечно, за руль Volvo VVN я бы посадил, ну, опытного человека, потому что, ну, машину действительно жаль, если кто-то ее раздолбает.